сегодня не максимум, что через неделю? Сегодня... Потому что все еще впереди. Да. Вот я хочу Славу спитаться. Что за вату вы сегодня вам отримати по 10 баллов? Я думаю, что это было супер. Почему вы поставили нижний балл? Видимо, сегодня не судьба получить нам 30-ку. Нам оставили ее на следующий. Нет, у нас на самом деле сегодня судьба получить от зрителя хороший балл. Это главное. Как правило, или одно, или ничего. Понимаешь, или другое, да. Если жюри решили так, то мне кажется, зрители будут совсем по-другому видеть все, не картину. Поэтому мы всегда рассчитываем на лучшее. Мы старались максимально, мы как никогда репетировали, занимались вокалами по 10 часов. Нам очень тяжело давался этот номер, очень тяжело. И причем такого вот бардака не происходило, наверное, давно. Когда ни костюмов, ничего, ни постановок, ни песен, ничего абсолютно. Но приятно то, что пани Барбара поставила 10. Вот, да. Молодец. Не прямо 30 лет смотрим ее фильм. Да. Спасибо вам.